Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет. За 50 лет супруги получат 50 тысяч рублей, за 55 – 55 тысяч рублей и так далее. Чтобы получить выплату, нужно написать заявление в агентство социального благополучия населения по месту жительства. Отправить его можно по почте через МФЦ или же портал госуслуг.